25 обращений в день. Уже больше 3 месяцев в городском округе Люберцы открыт центр помощи при ДТП. За это время квалифицированную помощь получили несколько тысяч водителей. За почти 4 месяца работы Люберецкий центр помощи при ДТП доказал свою эффективность. Здесь помогли оформить протоколы более чем на 2500 дорожной аварии. Наш сотрудник оказывает помощь в оформлении европротокола, заполнении извещения по процедуре европротокола, консультирует по всем там сопутствующим вопросам. А вот если у участников аварии возникла спорная ситуация, не определен виновник ДТП или же есть разногласия по сумме ущерба, тогда в дело вмешивается инспектор ГИБДД. Он также находится в центре помощи. По данным статистики, с середины октября прошлого года до начала февраля 2021 лишь 26% от общего количества дорожных аварий были оформлены инспекторами непосредственно на месте ДТП. Остальные 74% в этом центре. У нас движение запредельно интенсивное, у нас трафик огромен. И понятно, что когда происходит авария, то сотрудник ГИБДД выходит и на месте там оформляет протокол, что-то фиксирует, и в это время не занимается безопасностью дорожного движения. То мы освободили наших сотрудников полиции, которые сегодня реально занимаются дорожным движением, безопасностью дорожного движения. Зона обслуживания Люберецкого центра внушительная. Помимо городского округа Люберцы входит территория Лыткаринского поселения Екательников. Работает центр помощи при ДТП ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.